Расскажи, Вов, что такое тэквондо для тебя? Учение боя. А для чего ты пришел в тэквондо? Чтобы учиться на ударах ногой и рукой. Так. А почему ты решил поехать в лагерь спортивный? Научиться что-то новому. Ты научился чему-нибудь новому? Да. А что ты еще приобрел, приехав в лагерь? Что ты еще теперь умеешь делать? Так, что-то еще? Ты стал сильнее или стал слабее? Средний. Ага.